Итак, мы начинаем наше путешествие. Наконец-то мы поехали, закупившись всем необходимым. В дорогу! Воспользовавшись минуткой, хочу рассказать про нашу компанию. Инна. Фотограф путешествий, переводчик путешествия, штурман путешествия. Сердце экспедиции, душа экспедиции, да? Дмитрий, разговорчивый парень, веселый и задорный водитель экспедиции. Можно сказать, ее мозг. Ударим же автотуризмом по бездорожью и разгильдяйство, товарищи. Ура! Ура! Мы добрались до гор! Ха-ха-ха! Хочу обратиться к тем, кто нас смотрит, поблагодарить вас за то, что вы проявляете интерес к нашим путешествиям и видеорассказам. И оставайтесь с нами. Завершается наше путешествие в горах. Доломитово хай, похоже, раз зимнее путешествие. Мы очень довольны, хорошо отдохнули, покатались и готовы к новым творческим свершениям. Ну, к новым ценам на нефть, к новым курсам на евро и доллар. На все готовы мы. Окрепшие, посильневшие, вот в этой красоте побывавшие. И вам сюда приехать желающие. Спасибо всем, кто был с нами. Очень интересное путешествие у нас в этот раз получается. Мы в Голландии ехали смотреть тюльпаны. Тюльпанов еще нет, зато есть прекрасное море. Потому что здесь начинается весна. Отсюда идет весна к нам. Это же север, а мы еще более север. Даже мы еще более восток. С запада идет тепло на восток. Так уж распорядилась матушка природа. Приехали мы в Амстердам в зоопарк посмотреть животных. Как тут содержатся животные. Хорошо ли им здесь живется в Амстердаме? И заодно побывать в душах животных. Вот я сейчас, в ком я сейчас? В макаке. Короче, путешествуем по Амстердаму, по зоопарку, смотрим, как тут живут животные. Мы во многих местах посещаем зоопарки, музеи, смотрим, как в Европе с этим делом. Вот здесь изображение Рембрандта, вот его изображение, мы закончим нашу прогулку по Амстердаму. Вот Рембрандт. И мы. Рембрандт и мы в истории Голландии. Мы приодеться, потому что, ну, реально не жарко. Плюс к тому, что ветер будет еще дуть, мы когда вниз поедем. Вот, но виндблок, ветрозащитная куртка. Можно еще и гетры поднять, если совсем может быть прохладно. Прозы. Все пьют вино. А Дмитрий, как сторонник второго образа жизни, кушает бетсу. Путешествие в горах важно и перекусить вовремя. Не такой уж маловажный этап. Я бы даже сказал, что вполне сравнимый с основным занятием. После хорошего путешествия есть вариант хорошо закусить. Мы немножко сменили формат сегодня. Решили походить ногами, как я уже говорил. Но в данном случае поднялись мы сюда с помощью подъемника. Нас наверх занесла электрическая сила. В планах сэкономить было силы на подъеме с тем, чтобы пройти на спуске, посетить снежник и вернуться в долину не своими ногами. Сейчас мы это и попробуем сделать. Замечательная прогулка. Размялись, немножко походили по неровности. Приятный день. Мы у моря. Спустились с гор. Вчера только мы ходили по снежнику. Это было в предыдущих рассказах. Сейчас мы у моря. Пробуем вино. Белое прохладное вино. У меня за спиной море. Был жаркий день. Сейчас прохлада. Мы поужинаем и пойдем отдыхать. Вот автомобильное путешествие позволяет сочетать между собой несочетаемые вещи. Утром в горах, вечером у моря и бокальчик прохладного вина. Завтра мы отправимся снова в автомобильное путешествие, соответственно. И наш путь будет уже лежать в Венеции. А сегодня с нами море прощается, дает нам вот такую погоду пасмурную. Но, тем не менее, мы не в обиде. Свою погоду мы здесь получили. Прекрасный город, исторический, красивый. Сюда можно приезжать много раз, мы уже несколько раз здесь были, хотим еще побывать. Город привлекает своей разнообразной необычностью. Все на воде, вся жизнь на воде. Продолжаем наше путешествие, начавшееся в горах в Австрии, продолжавшееся на море в Чемпионе, мы заканчиваем плавно в Венеции. Вернее так, оно еще продолжается, мы еще продолжаем путешествовать, у нас еще 3 дня дороги домой. Поехали!